Приветствую всех на своем канале. Решил сделать вот такой обзор Passat B3 в универсале. Какой год, пока не знаю. Приехал на ремонт. Что с ним, тоже пока не знаю. Но вот решил сделать такой видеообзор. Некоторые любят смотреть такие обзоры о Passat'ах, именно B3-х. Машинка немножко грязная, но вроде бы как крепкая. Давайте разбираться. Первое, что мне бросилось в глаза, это задняя подвеска. Она очень просевшая, или там пружины вроде бы просевшие, или как. Кстати, пишите комментарии свои мнения и впечатления о данном автомобиле. Так, сзади у нас есть фаркоп, колодка для прицепа. И еще раз хочу показать, насколько он низкий, зад данного автомобиля. Ну и как вы знаете, по Passat B3 очень страшно гниют крышки багажника, а здесь еще вроде бы так ничего. Еще терпимо, только немножко погнуто. Нормально, идем дальше. Так, зайдем в салон, посмотрим, как состояние. Внешняя машина никуда не готовилась, она приехала всего лишь на ремонт. Так что сильно там не бросайтесь отзывами, что она грязная, неопрятная. По сути, салон еще целый. Если его отмыть, то будет даже, я думаю, прекрасный. Так, что у нас, посмотрим спереди. Спереди у нас карты уже поновее идут, в моем Passat. Тоже, кстати, у меня Passat B3, в предыдущих роликах можете посмотреть обзор. У меня таких карт нету. Мне дополнительно динамиков не поставишь. Здесь стоит еще старая какая-то магнитола кассетная. Он опять же карты новые. И здесь есть люк электрический, кстати. В моем Passat ничего таких наворотов в моем Passat нет. Вот видно, что люк. Как течет, что держит, пока не знаю. Не мой автомобиль. Просто решил сделать такой обзор, пока хозяин не видит. Хозяин, если честно, даже и не будет знать, я думаю, об этом. Так, что, я вернулся в салон. В салоне я увидел, что есть руль. Руль, кстати, не такой, как в моем Passat. Почему-то чем-то он отличается. Так, что у нас со спидометром? 278 пробег. Это реально или нет, не знаю. У меня на спидометре 400 с чем-то, но у меня спидометр создан... Ой, не спидометр, а щиток приборов. Собрано, наверное, с 4 или с 3 штук. Как-то так. Ну что, заглянем под капот. Вот, кстати, у меня антенки такой нет. У меня заглушка стоит. О, то уже есть какие-то, да, отличия. Передняя нижняя губа немножко повреждена. Вот так, где-то шурупчики туда-сюда еще. Ну, в принципе, это нормально еще, я считаю. Так, вот этой штукенции у меня нету. Что это за защита, я, в принципе, даже не знаю, зачем она. Наверное, так надо. Так, если кто помнит, или, вернее, смотрел предыдущие ролики, у меня клемма плюсовая сделана от лагуны. Переделана от лагуны, первой поставил. Кстати, вот этой штуки у меня нету. Если кто знает, что это за оно, обязательно пишите в комментарии. Так, в принципе, вроде бы... Все то же самое, 1.8 вроде бы бензин, там, кстати, тоже стоит защита под сам двигатель, от пыли, я так понимаю, или от чего. Так, вот этой у меня штуки, кстати, нету, какой-то патрубок, интересно, я, если честно, даже не знаю, что это за оно, что-то с маслом, наверное, связано. И идет наш патрубок, впускной коллектор. Если кто знает, а тоже обязательно напишите в комментарии. Мне будет очень интересно почитать. Да, я думаю, не только мне, а любителям пассатоводов. Вот, кстати, у нас стоит датчик охлаждающей жидкости почему-то с зеленой вставочкой. Первый раз вижу зеленую вставочку, если честно. Синие видел оригинальные, ваговские, а зеленых не видел. Желтые видел. В принципе, больше и все. А тут зеленое, интересно. Так, подушка. Все вроде бы как у меня. Так, какая-то штукенция с патрубками. Что там она нюхает, наверное, пары с бака. Вот, кстати, еще один момент хочу показать. Здесь должны пластмассовые вставки стоять, а здесь наклеены какие-то, то ли, не знаю, резиновые какие-то накладки. И у меня в таком же автомобиле, по сути, B3, снизу под ними прогнило.
А здесь, в этом автомобиле, слышно, что еще все живое. Так что хозяину повезло. Так, еще немножко пройдемся по кузову. По кузову внешне особо не видно, так как машина грязная, но разобраться можно. Немножко жучки небольшие, видно, что есть. Видно, но слабо, что вздулась краска. Чем-то все залито, чем-то обработано. Кто-то старался смотреть за данным автомобилем. Но ничего критичного я не вижу. Дыр сквозных нет. Все вроде бы норм. Passat еще в хорошем состоянии. Ручки даже на месте. Ну, как бы еще нормально. По целостности будет лучше, чем мой Passat. Что нам дальше смотреть? Что обычно смотрят покупатели нормально при покупке данного автомобиля? Наверное, днище, пороги, да, арки. Арки, вроде бы все отлично. Нам осталось посмотреть стаканы еще, да, стаканы можно посмотреть. Так, у нас, кстати, интересный момент. Вот этот сосок, мипель, как там кто называет, он почему-то слишком выходит за края, он просто торчит, он страшно торчит. Так, стаканы вроде бы нормально, все обработано даже. Ну и что у нас под днищу? Так, лонжероны подварены. Подваренный как-то плоховато, да? Или это просто уже лонжероном хана? Так, под днищу вроде бы все норм. Еще неплохо. По сути, там дальше как-то ржавчина, порватости какие-то есть непонятные. Но, по сути, еще ноги не провалится, это точно. Ну и, в принципе, на этом все. Всем всего хорошего. Пока-пока.